Я только с детьми. Сколько у вас детей? Шестеро. Они все здесь, да? Да. А вы не знаете, как, что там произошло? Не знаю, внезапно. Мы не знаем. Я не знаю. А ваш муж там остался? Да. А вы связались с ним? Да, да. Что говорят там? Чтоб мы пока здесь остались. Вчера вечером мы еле как переехали. Страшно было. Там все дома сгорели. По центральной этот Масанчина все сгорел. Все сгорели. Страшно. Очень страшно было. Вы спрятались дома, да? Да, мы спрятались. Мы все свет выключили, сидим. Дети из школы, да, не может выйти. Я ждала, ждала до 6, до 7 часов, 7 уроков же. Пришли, я готовила. Мама, мы не будем кушать, там центры, да, такие драки были, говорит, сожгли, говорит. Я думала, шутят. И начала стрельба. Ой, страшно. И со школы пришли и Они видели, что там стреляют. Они еле как-то дома убежали. Мы это дети. Школа, да? Собирайтесь туда. Даже не могу сказать, зовет, чтобы мы обратно там уехали. А здесь братишки нас не пускают. Ивановка. Это сейчас я говорю. Как только мы услышали об этом, уже с позавчерашнего ночи мы организовали массовую перевозку людей, всем проинформировали, что там случилась такая проблема. Мы развозили всех людей по родственникам, по знакомым, чтобы люди, которые пришли, в основная масса это были женщины и дети. Взрослых мужчин, парней почти вообще не было. Только дети и женщины. Развозили по знакомым, по родственникам. Ни один человек, который пришел оттуда, не остался на улице. И этот самый, без внимания не остался. Наши правоохранительные органы организовали порядок. Следили за тем, чтобы было все хорошо. Правопорядок был очень хорошо. В связи с этим я вас сразу хочу сделать что? Большой раз нашим правоохранительным органам за то, что оказали внимание и соблюдали порядок, и что там не было никаких инцидентов, никаких проблем не было. А как вы сюда попали? Когда? Ну, позавчера ночью. А как сейчас ваше здоровье? Ну, нормально. Ничего не болит? Как самочувствие? Ну, нормально, здесь чуть-чуть. А ваш диагноз как поставили? Ну, как сказать, пулевой. Дроб, да? Да, дроба. А вы можете коротко рассказывать, что там произошло и как вы за это? Нет. Не помню, я не помню, могу сказать. А почему вы не поехали в Казахстан? Здесь почти лечение закончится. Зачем? Закончить сразу туда. Поэтому. А здесь есть родственники? Есть. Врач по руке? А Казахстанның қанша жараны бұл жақта қалды, қанша жараны келді ле? Бүгінгі күні бізде Қазақстанның 10 жараны жатқан. 10 жараның 6-9-ын Қазақстанның өзінің ықшам медициналық жәрдемінің машинелері келіп, врачтарыменен. Қазақстанның саламаттық сақтау министрлігінің орынбасары қошуға келіп, өзлерінің жарандарын өз мекенімізде дарылайбыз деп сұныш қылып,
10 жарандын ичинен 6-сы макул болуп өз мекенине кетишти. 4-ү Алматы шаарына баргысы келбей, аяктын сунушунан макул эмесмин деп биздин ооруканада мындан ары дарыланууга калышты. Азыр алардын абалы кандай, анан кандай жаракаттар менен кешкен? Булардын келген көбүнүн жаракаты жана охотничий оружиянын биринчи белгилери менен оранныш охотничий оружие менен атылган. Баары тең эле ошондой жаракат алып келген. Оор эмес, жеңил, анан орточо абалда. Өтө оор абалда оорулар түшкөн жок. Азыркы абалы кандай? Орточо.